Япония в пятницу почтила память жертв землетрясений и цунами. Траурные церемонии прошли по всей стране. Ровно 5 лет назад гигантские волны обрушились на островное государство, вызвав самую крупную после Чернобыльской аварию на атомной электростанции Фукусима-1. Эта трагедия унесла жизнь около 20 тысяч человек. Еще 2500 числятся пропавшими без вести. Из-за заражений из зоны радиусом 20 километров эвакуировали население. Но фермер Наото Мацумура остался, чтобы ухаживать заброшенными животными. Пока я здесь, они не умрут с голоду. Сначала я над этим не задумывался, не собирался заниматься этим целых 5 лет. Но они живы. Нельзя же накормить их разок, а потом бросить. Городок Томиока находится в 9,5 километрах от Фукусимы-1. Его население составляло раньше 16 тысяч. Теперь здесь никто больше не живет, кроме Наото. Нам сказали, что радиация здесь не сильная, и что не надо беспокоиться, потому что ничего такого не произойдет. Но если произойдет, то никто не признает, что это как-то связано с радиацией. Правительство всегда уклоняется от ответственности. Они думают, что если почистили территорию, построили больницы и гостиницы, сделали то, что надо, то теперь это проблема людей, которые не хотят возвращаться домой. Наото тоже уехал, но потом начал беспокоиться об оставленных питомцах и вернулся. Власти собирались уничтожить всех животных из соображений гуманности, но Наото вызвался заботиться о них.